Питанию детей в общеобразовательных учреждениях всегда уделялось пристальное внимание. Ведь от того, что есть ребенок, зависит не только его здоровье, но и его физическое и умственное развитие. В прошлом году президент страны Владимир Путин поручил всем регионам обеспечить в полном объеме бесплатным горячим питанием учащихся младших классов. За короткий период времени Республика Адыгея, в частности и Кашихабльский район, сумели наладить эту систему. С началом учебного года в общеобразовательных учреждениях района реализуется здоровье-сберегающий проект, в рамках которого горячими завтраками ежедневно обеспечены учащиеся начальных классов. Примерное 10-дневное меню разработало Министерство образования и науки Республики Адыгея и утвердило Республиканское управление Роспотребнадзора. Во всех школах было проведено анкетирование и учтены пожелания детей и их родителей. В разнообразный сбалансированный рацион бесплатно предоставляемого детям завтрака входят молочные, мясные и рыбные блюда, а также различные гарниры, овощи, фрукты, выпечка, напитки и т.д. В СОЖ номер один на сегодняшний день обучается 545 детей, из них 227 ученики младших классов, которым полагается бесплатное питание. 118 человек питаются на платной основе, из расчета 40 рублей в день, и 83 человека, которым полагается льготное питание. Узнать, насколько вкусно и полезно питаются учащиеся, смогли родители СОЖ номер один аула Кашихабль, посетив школу в дни открытых дверей. С соблюдением всех мер санитарной и эпидемиологической безопасности они понаблюдали за тем, как раздается питание и как кушают дети. Мои дети питаются в этой школе по льготному питанию. Я благодарна за вкусный обед, за вкусные завтраки. Дети очень рады, они с удовольствием кушают. Большое спасибо руководству района, руководству школы за такой вкусный обед и завтрак. Школьное питание в этом году вызывает самые лучшие положительные отклики среди учеников и среди родителей. Мы периодически посещаем нашу столовую. В столовой очень вкусно, очень уютно и, что самое главное, очень чисто. Моя дочь учится в 9 классе, она питается платно, а сын питается как бы бесплатно, начальные классы. Хочу сказать огромное спасибо властям, администрации школы и, конечно же, нашим поварам за условия здоровой и питательной пищи. Также мы побывали в СОЖ номер 2, где прошлым летом столовая была увеличена до 110 посадочных мест в соответствии с произошедшими изменениями. На сегодняшний день в учреждении обучаются 363 человека. Из них 173 – это ученики начальных классов, охваченные бесплатным питанием, и 51 человек, у которых льготное питание. Дети отмечают, что им очень нравится школьное питание – а из любимых блюд они назвали запеканку, картофельное пюре и котлеты. Больше всего мне нравятся котлеты с пюрешкой. Я учусь хорошо. Учусь в 4-м Б-классе. Меня зовут Дамир. Моя фамилия Шкалахов. Как тебя зовут? Пищейка Салим. Ты в каком классе учишься? 4-м А. Тебе нравится, как вас кормят в школе? Отлично кормят, мне очень все нравится. А больше всего какое блюдо тебе нравится? Запеканка. А из соленого? Пюре. Родители и директора школ выражают благодарность работникам школьных столовых. Нужно отметить, что ежедневный мониторинг организации питания в общеобразовательных учреждениях проводится и управлением образования. И по его результатам, которые также предоставляются в администрацию района, качество детского питания отмечено на должном уровне. А сам рацион всецело соответствует 10-дневному меню, разработанному и утвержденному Министерством образования и науки, а также Роспотребнадзором Республики Адыгея. Натуся Кучмезова, Сергей Лабынцев. Новости Кашихабльского района.